Всем привет! Сегодня суббота, 16 апреля. Предположительно закрытие сезона твердой рыбалки. Куда едем? Едем пока за Архангельск по Вологодской дороге. Там видно будет. Сейчас время 4:40. 4:44 я заберу Юру, 5 часов заберу Андрюху и Леху, и мы поедем. Ну что, без 10:06 мы приехали на озеро Смерги, да, Андрюх? А, вот, вся компания здесь. Закрываем сезон. Сегодня вот Андрюха одевает свои наколенники. Готов ползти на коленях, лишь бы лед был. Всем привет. Привет. Андрюха. Всем здравствуйте. Итак, мы на озере. Сделали лунку. Сделали вторую, сделали третью. Танька, ты будешь? А Андрюха у нас убежал к траве. Леха, а ты что предлагаешь? Я за рулем. Так, мы сегодня на Смерди. С утра красота, солнце встает. Но хотелось бы, чтобы был пасмурный день. Хотелось бы половить сорожки. Посмотрим. Мы, как всегда, у нашего острова. Вот так вот восход. На том месте ничего не клюнуло. Нет, клюнуло, но мелочь. Решили перебраться в другое место. Здесь тоже не крупняк, но сорожка немножко ловится. Так, это у нас Юрка, браконьер. Вон он ищет новое место. Вот Леха. У него клюет неплохо. Какая-то у него авария произошла. Зацеп, что ли? О, так вот в чем секрет, блин. Каждый раз узнаем от него что-нибудь новенькое, блин. Каждый раз. То вот на такую блесну. Вот на такую блеснищу. Нифига у тебя блесна. Корюшок. А тут? Ну, конечно. Ну, ладно. Пойдем смотреть следующего браконьера. Вот, говорит, на уху пойдете. Это у него уже третий заход. О, дорожка ершистая. Не знаю. Скажите пару слов. Пару слов для протокола. Да. Рыбка клюет, но очень мелкая. Так. К большому сожалению. Но мы приехали отдыхать, а не за рыбой, а за поклевками. А поклевок тут море. Да, сегодня неплохо клюет. Факт. Только что но мелочь. Сниматься на удочку не хочет. Не хочет. Не желает. Не желает. Не желает. Ладно. Че, теплее не становится, значит обратно по насту уйдем, наверное. Да. Ну че, пока я здесь ходил, ничего не попалось. Пока никто больше не сотрудничает. Ну вот время 10:30. Вот. Самый такой большой такой еще окушок на сегодня, да. Там вон у нас Андрюха мечется от дырочки к дырочке. Тут Юра сидит, тут Леха. Все ловит и ловит. Все ловит и ловит. Главное, чтобы Андрюха там ложку не забыл. Там посреди озера сидят практически, можно сказать, от берега далеко. Да-да-да. Народ присутствует. Кто-то вдоль берега, кто-то посередине. Так. Ничего не ловится пока.
буду сегодня ветрено, пришлось одеть подшлемник. Не клевало и совсем перестало, да. Сидим в красивом озере. По идее, должен быть еще шашлык. Ждем. Да. Вот мы уже на новом месте. Да. Ну что, клюнет у тебя или не клюнет? Да я видел, пока ты сидел, он цеплялся. Так, ребята у нас мангалят. Здесь такое еще это самое, как его, такое место такое приятное, кинематографическое. Да. Вот они, угли. Угли. Картонки никакой нету. Картонки. Помахай. Вот только столом. Сюда соберешь его. Не смог. Ну не ловится он на видео. Ну вы видели сегодня клев. Вот такой весь сегодня день. Вот опять клюет, видите? Изрядно потрепает моего парыша. Ну, не голодный был, значит. Вот они, наши мясные угодья. Че, приятно же, шашлыки, рыбалка. Да, да. Вот. Ребята, вот думаю, как в Крыму. Во, все, у него пошло. Ну, процесс приготовления шашлыка всем и так понятен. Еще раз поменяли позицию. Ближе к берегу. Юра вообще против тропы.
еще есть рыбак, но большинство уже покинуло водоем. Ветер, опять ветер. Тебе обещали, что он... Вы крикнули, она от эха. Ладно, Андрюха, смотри за ней внимательно. Тихо-тихо поворачивает. Андрюха, не перекрывай мне ее. Она там. Она вокруг травы, да. Еще раз поменяли место. Передвинулись. Теория. Юра там вроде какую-то лунку раздраконил. Смотри, что у нас будет. Вот и Леха. Вертелся, крутился, что-то то ли там клюнул. Вот так вот. Время почти что сколько? Почти что 5. Вот, закончили мы на сегодня на этом чудесном озере. А вот и мужик. Вот нашелся. Смотри, пришел. Так, ну что, все, уходим. Вот, заканчивается эта рыбалка. Сейчас нам предстоит прогулка. Трудный переход через лес. Да. Ну все. Все, привет. Идем по лесной тропе. Она еще не совсем растаяла на сегодня. Но через неделю, наверное, уже люди думают, что по ней можно ходить. Наверное, уже искать. Идешь, проваливаешься и снова вылезаешь. Но в лесу красиво. Красиво. Так-то.